В Канске последние из числа погорельцев, оставшихся без жилья в результате майских пожаров, получили новые квартиры. Напомню, без крыши над головой тогда остались 70 семей. Специально для них была построена новая пятиэтажка. В нее еще в сентябре въехали 63 семьи. А теперь жилплощадь получили остальные 7. Уже в другом свежепостроенном здании им выделили 6 однокомнатных квартир и 1 трехкомнатную для многодетной семьи. Сейчас погорельцы уже завозят вещи и обустраиваются. Мы квартиры рады, тепло, вода и вода, все нормально. Ой, не волнуюсь. Помогли с МЧС, скажи. С МЧС, да, технику бытовую, все вывезли, привезли. Вот. Ну, мы рады, мы счастливы. Бытовую технику, которая предназначалась для погорельцев, они получили. Поэтому с погорельцами вопрос у нас снят полностью на 100%. Мы уже будем снимать режим ЧС, который действовал до переселения всех жителей, которым необходима была жилая площадь. По закону было положено.